Добрый день, уважаемые любители мини-футбола. Мы начинаем прямую трансляцию. И сейчас будет сопровождать выход игроков «Сибиряка» Дмитрий Юдин. Под первым номером в новосибирском «Сибиряке». Ну, один из последних клубов Павла Чистополова был новосибирский «Сибиряк». Так, мягко сказать, старые футболисты. Владислава Швецова. Как быстро эти ребята растут и как плавно и своевременно они подводятся к основному составу «Синара». Это Севцов! И на дальнюю! И Никита Емельянов! 1-0! Фантастический дебют «Сибиряка» в сегодняшней встрече. Открывает счет в матче Никита Емельянов. Ну а все началось после великолепных действий Данила Севцова на бровке. Да, извините, я не представился. Артем Роговский для вас эту встречу комментирует, как, в общем-то, и все предыдущие встречи «Сибиряка». Но за ним Лайпиков и забирает мяч. Лайпиков уходит от Бармина. Бармина желтый, он не может свалить. Емельянов и Владислав Швецов. Да, вот сейчас Бармин стал, на мой взгляд, заложником своей желтой карточки. Были, я так понимаю, у него мысли свалить на Лайпикове, но это было бы, это была бы железно вторая желтая карта. Звучит свисток. Что же придумает маэстро Сергей Абрамов? И гол! Прямым ударом забивает Сергей Абрамов. Ничего придумывать не стал. В общем-то, игрок такого класса может себе позволить и забивать прямым ударом. И этот мяч для Сергея Абрамова стал уже 11-м в чемпионате. По системе гол плюс пас у него очень серьезные показатели. 14-й матч и 11-й забитый мяч при 9 голевых передачах. Абрамов смещается в центр. Передача в край. Карпов. И автогол от Сергея Покатыла. 1-2. Очень быстро «Синаре» удается не только сравнять счет, но и выйти вперед. Курьезный достаточно эпизод. Ну, все опять сделал Абрамов. Ну, не все, конечно, но начиналось-то все с него. Смещается в центр. Передача в край. Карпов. И автогол от Сергея Покатыла. 1-2. Очень быстро «Синаре» удается не только. Смещается в центр. Передача в край. Карпов. И автогол от Сергея Покатыла. 1-2. Очень быстро «Синаре» удается не только. Акулов. Прострел. И здесь замыкал. И здорово комбинация это получилась. Бармин вполне мог забивать. 38-й номер «Синары». Беспалы. На Мерлушкина. Бармин. И Покатыло момент. Забивает Сергей Покатыло, обыгрывая на опыте Владислава Швецова. 2-2. Вторая, а может быть уже и третья молодость Сергея Покатыла, перед которой не устоял этот игрок Владислав Швецов. Смотрим мы повтор. Покатыло молодец. Сам перехватил, сам убежал, сам завершил. Легенда. Ну, тут радость от забитого мяча мог подпортить Тимошенко. Потеря от Мерлушкина. Карпов. Абрамов в край. Передача в центр. И Григорий Валеев. 3-2. Да. Очень тяжело забиваются мячи, но очень легко сегодня, главное, быстро и «Сибиряком» пропускаются. Григорий Валеев. Смотрим мы повтор. Почему не подстраховал никто Беспалова?
Тимошенко. Абрамов на дальнюю. 4-2. Павел Карпов. Как по нотам разыграли игроки Синары. И забил Павел Карпов. Николай Лупашкин на ваших экранах только что был. Главный тренер Сибиряка, которому пока не удается коренной перелом результаты Сибиряка внести. Пока положение в турнирной таблице печальное, к сожалению. Минут бахуром. Ну, вот это, по-моему, фол был в исполнении Валеева. Удар от Емельянова! Конечно, это должен был быть пятый фол, и судьи проморгали. Я считаю, откровенно проморгали нарушение правил на бахуре. Полянский, бить пора! И неужели очередной сейв Швецова? Здесь хороший момент для удара выгадал Яков Полянский. А теперь уже тайм-аут Сибиряка. И второе появление группы поддержки. Я прошу показать тоже группу поддержки. Мне кажется, причина неудач Сибиряка. Ух, какой удар от Лайпикова! Вытянулся Владислав Швецов. Я думаю, что дело не в тренерском штабе. Контратака Синары. Павлов. И как не попадает в ворота Мерлушкин. Шишкин. Хорошо, хоть непонятные боты покинули нашу трансляцию. И это пенальти! Зарабатывает. И мы в холодном Новосибирске. И у нас Сергей Покатыло против Кирилла Ярулина. Итак, Покатыло. Удар, Ярулин! Кирилл Ярулин отбивает пенальти. И не удалось Сибиряку сократить отставание в счете. В угол загнали Емельянова. Удар Севцова. А как же хорош Швецов. Ну, просто сегодня потрясающее впечатление от игры Владислава Швецова. Как будто всю жизнь в Суперлиге.